пиздец, блядь. Тест-драйв Ягуара XF 21 года. Надо и музычку включить. На час, короче, дали. На час только? На час только дали. А вот что ты на два не договорил? Ну, блядь, он говорит, типа, на час, нахуй, там, туда-сюда. Поехали за лысым туда. Ну, надо протестировать ее, чтобы ты, блядь, это самое. Ну, да, так я поэтому еще... Да я, блядь, знаю. Макс, это самое, Макс, давай сейчас ты, ну, мы хотим нормально сделать тест. Ну, а он же ждет, как вы с ним договорились, что... Ну, да, посмотрит. Мы едем туда, ну, хорош ты, блин, едем туда. Такой заряженный, короче, 330 едет, блядь, или типа Ешки, короче. Ягуар. А, тут вон панель. Ну это, блин, Серега, я не разберусь на туре в этих хреней, блядь. Тебе надо. В новых технологиях разбираться, ну это, блядь. Старая школа уже в этом не соображает ничего. В новых технологиях. Ну а что, ну так, блядь, ну, так прошивать. Да, мне не нравится, короче, сразу. Так... Вообще, вот материал дешманский, вообще не дешманский, кожа, я блядь. Я говорил, что Lexus лучше. Lexus лучше. Так не, Макс, по класс другой, который мы Ягуар брать хотели, блин. Там другой класс совсем. Там как семерка боевой, понимаешь? Ты тоже сравнил хуй с пальцем. Да не, Lexus лучше Ягуар. Проекция есть, нету? Нету. Проекции нету. Ну, это, видишь, простенький пакет, блин. Да, самый простой, да. Самый простой пакет. Привод. Ну, сколько хоть полный себе? Привод. А, короче, сейчас я посмотрю. 60, бардачок 60. Спокойно. 65, дороже, чем Lexus. 68. Почти 70 тысяч. Он говорит, максимальная комплектация где-то 110 будет стоить. Ну вот, я на Рендрик ехал, за 110 тысяч. Ну, а так ничего вообще, все просто, блядь, здесь можно. Вот это управление. Руль такой, ну есть. Ну. Не, ну все электрическое, там приборы, все электрическое. А хотя Air Sport стоит. Не, ну вот здесь есть. Ну, да, 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 да. Ты да. Не включай пока. Ничего. Да, да, ты сам разберешься, когда буду ехать. Так, сверху что тут у нас. Опа, очечки. Даже есть, смотри-ка, а? В комплектации фирма. Не знаю, короче, такой круг нарисован, Макс. Ну а что в кругу написано? Да ничего не написано в кругу, сейчас внутри смотрю. А, Mazda. Mazda? Да, оригинальные Mazda. Ну-ка. В Ягуаре Mazda. Дополнительная, это какого? Комплектация, да? Бля, я, может, их, блядь, хлопнуть, эти очки, блядь. Забрать отсюда. Кто-то с Мазды тестировал, забыл, блядь. А можно так, он если выйдет, блин, отдавать машину. Ой, запарился, ехал за рулем, блядь, очки в карман положил. Тем более газ нажимаешь, запаздывает, пиздец, блин, если да? На пару секунд. Знаешь, тормозит, да, немного? Газ как бы, ну, проваливается. Проваливается, да. На нем, наверное, жарили уже, пиздец. Хуево. Хотя пробег только... Сидушки с продувы. Сидушки с продувы. А это что за кнопка такая? С продувами? Да. Это вперед, что-то на... Блин, это, короче, я хуй, блин, я не буду сейчас лазить, блин. Не надо, потому что... Сейчас я и хочу посмотреть. Сейчас мы выйдем и как раз еще машину покажем. Чтобы потом не останавливаться. Два видеообзора. Проекции делаем. Пиздец не хватает уже, знаешь, так. Проекции нету, да? А, ну может быть здесь проекция, на этом сейчас настроим.
Не, проекции нет, он сказал. Простая комплектация, но, блин, все равно приятно, блин, вон здесь скорости, здесь показывает. А, на руле скорости переключать, да? На руле можно, да, на лепестках. А где сам этот переключатель? Мы сейчас на руле место, сейчас он пересядет за руль, просто я не хочу тут я так ездить особо, светить. А может, куда? Чтобы нам выйти машину показать, чтобы... Давай дальше, вон туда можно, вон, или, блин, сюда заехать. Пусть заедет. 10 метров, видишь, вся остановка запрещена. Туда и туда, ну похрен, мы тут ненадолго. Так, сюда, оп, стой. Давай, этот чувак будет смотреть, блин. Так, выйдем. Возьми это, она, наверное, с ноги открывается, пульс с собой возьми. Как троечка BMW? Что я могу сказать? Ну так, вроде... Air Sport. Посмотрим сейчас на нее. Диодная такая оптика. А, уже лазерная, синяя. Идет. Такая решеточка. Это самое, у тебя багажник. Сзади такой маленький спойлер. Багажник. С ногой. Не, с пультика. А, я же тебе говорю, может, ногой. А, может, заведенную нельзя. А это она пищит. Нельзя. А ну-ка там нету. А, блин, вообще по-дешмански. Кнопочка или нет? Даже так закрывался без кнопки? Вообще, блин. Ну, простой вообще варик. Поехали. Ну-ка, сзади два глушителя. А, не 4, 2. На одном видео было. Все, я на паузу не ставил. Давай, да. Посмотрим твои впечатления. Ну, мне так себе на самом деле не понравилось, потому что газ как будто проваливается, я не знаю, педаль. По рулежке, не знаю, ну... плавненько вроде, но качество материала мне не нравится, дешманское, это типа кожа, но это не кожа на самом деле, здесь это видишь, она как какая-то пенная хуйня какая-то, вот, типа подъеба алькантары, но это не алькантара, конечно же, пластмассовые ставки, ну кто знает, коробка такая вроде прикольненькая, но, не знаю, на любителя, похоже на такую шайбу, как у Rolls-Royce тоже. Вот, что у нас есть? Настройка бы в этих разобраться, как она там все это управляется. Да, вот и... У тебя идет запись? А, сенсор на экран. Да, идет запись. Так, как-то все переключить бы. Где лысый? Дома. Понял. Все, сенсорная. Полупил. Ты сейчас вообще слабо. Без порта. Спорт вон здесь. Это горит? А, тут динамик. Дальше. Динамик, моды, комфорт, динамик. Потом. Комфорт. Эко. Это вообще все открывает. Это поменял, тригорка синяя стала. Да. Поп, эко. Давай комфорт поставим. Комфорт, да, попробуем. Да. В городе на комфорте, а потом. No. Ну это такая, это начальная комплектация такой, знаешь, полный привод, 2,5, по-моему, не помню. 2,5? Да. Нет,
так рвет, вроде не проваливается, не чувствую, что проваливается. Ну, может, просто на обычном городском режиме она так проваливается. Но это не на спорте у тебя стоит, да, а на комфорте. Потом можно на спорт ебануть. Полазим, может, там навигация, вся херня тут есть. Навигация, да, большая на все это. Сиденье настраивать можно. Да, вот. Температуру. Это продувы, наверное, такие. На, видишь дырочки? Я вижу. Там парктроник, камера. Камера, конечно же, в движении у него пока не включается. Может быть, это задняя камера? А вон задняя сейчас включилась. Вот задняя включилась. Смотри, ты сейчас на паркинг нажал, да? Не, это... Разве лампочка так и горела? Так, подожди, домой, настройки, settings, английский стоит, но русский найти. Вот не знаю, вот мне потеплее, да? Не, ну все-таки X7 хочется протестировать. Вот это все-таки так себе. Ну, бля, пластмасса вот здесь. Понятно, да. А крыша как? И пустой. Это материал? Это типа, он говорит, типа алькантары, но это закос, но это не алькантара на самом деле. Да. Электрический под сиденьем? Да. Электрический, да. Но он говорит, может дополнительные функции, там массаж сидений заказать. Ну, короче, насчитали, блядь. Я ему начинаю перечислять проекцию хочу, то знаешь, там долго пошло, да? И он мне насчитал там со всеми приблудами, короче. Так оно 65, да, по-моему, смотрели. И насчитали почти на 80 тысяч евро, блядь. Не знаю. Мне кажется, она того не стоит, эта машина. Того нет. Не очень. Не знаю, ну... Я бы тоже не взял, блядь. Я не чувствую в ней, блядь, а комфортность. Да, даже... На лепестки. На лепестки? А вот я не знаю, лепестки, как они. Может, кто здесь, не переключается. А если поставить на спорт? Вот, на спорт поставил, переключил. Да, вон красный загорелся. Спорт. Сейчас будут лепестки твои. Переключаю, да? Красный. Сейчас надо будет попробовать. Не-не-не, это радио. Нормального радио, что ли, нет, я не пойму. DFM. Как тут музыка хотя бы играет. Sing it.
лучше, да, тянет? Да, телефон, навигация, данные эко, мультимедиа система, телефон, климат, короче, всякие различные функции, камера там вся хуйня, Bluetooth можно подключить, сиденье настроечное там, но единственное, что прикольно, что сенсорный как бы, но сама система такая не шустрая, она, видишь, медленно немножко Android. Тоже прибор еще так же. Механическая. Да, дешевый Android, короче. Руль нагрелся нормально. Нагрелся, да? Да, руль вообще. Ага. Многофункциональный. Менюшка. Драйвер, ассистент. Вот алерта. А, впереди вот поставил документ. А, дистанцию, да? Да. Ну, шустренько так вылетает. На спорте что-то есть, да, такое? Да. Надо на трассе ее проверять. В городском режиме. Здесь только можно оценить комфорт. Подожди, сейчас через Джону проедем. Чего ты говоришь? Говори мне, я же за рулем. А он подожди. Снимает, подожди. Я снимаю, Максим, да. Опять мыть начинаешь, блядь. Нет, мне сотка.